Нет? Мелких? Да. Не, мелких нет. За кондиционер я не могу платить, а сдачу у вас полностью нет. Не, я наоборот больше дал. Да? Да, 6, на 5 рублей больше. Вообще, Вячеслав, вот вы единственный человек-водитель, я 2 года катаюсь, да, вот на Ситимобиле. Да, да. Который мне отказал в кондиционере. Да. И вы единственный русский. Да. Ни один таджик, киргиз, узбек мне не отказывал. Хорошо, ладно. Сейчас позвоним в Ситимобил и узнаем, есть ли кондиционер. Вот царек, а. У него стоит поездка 355, я ему 650 сдачи дал с 1000 рублей. А он еще недоволен. Поэтому у него оценка 3 от пассажиров. Сейчас позвоним в Ситимобил и узнаем, есть ли кондиционер. Я не стал до последнего спорить, потому что думал, что... Ну, не уверен был, есть ли кондиционер в экономии или нет. Сейчас узнаем. Меня зовут Вера, чем могу помочь? А, здравствуйте, хотел бы спросить, а в экономии есть кондиционер? По тарифу эконом. Подача автомобиля с кондиционером не гарантируется. Не гарантируется, да? То есть, если кондиционер не работает, например, или я не хочу включать, я могу не включать, верно? Совершенно верно. В том случае, если клиент оформляет заказ по тарифу Комфорт Плюс, в этом случае кондиционер уже оплачен. Ага. По тарифам ниже водитель вправе вежливо отказать пассажиру в использовании кондиционера. Но да. За плату, как вылегло, запрещено рекламе. Все верно, я так и сделал. Пассажир очень был недоволен. Ну, видимо, будет сейчас жаловаться и низкую оценку поставить. Я ему вежливо отказал. Ну, у меня даже видеозапись есть, как я с ним общался. У вас заказ Комсомольский 32 строение 1. Об этом заказе речь? Ну, по-моему, да, вот этот последний сейчас мужик вышел из машины. Я вас поняла. Уточните, пожалуйста, еще могу чем-то помочь.